Всем привет! Смотрите, что заметил. Парам-парам-пам! Я думаю, это отличное начало и можно стартовать. Есть еще две штучки. Ах, ну, львовская. Ну, цвет перспективный. Ху-ху-ху! Две штуки. Эти, как вы поняли, пользуются спросом и в обмен сразу идут. Так, давайте еще просканируем, раз такие находки. Может еще... О, уже вижу, смотрите. Просто отлично. Перша приватна. А, думал две. Ну, и так неплохо. Лысый не берем. Так, что еще? Давай иди сюда. А, Черниговская. Ну, арсенал, нормально. Кстати, уже не синий, да? Наверное, синие закончились, потому что, видите... Смотрите, она уже, она, то есть нормальная, свеженькая, можно сказать, без ржавчины, соответственно, лежит тут недолго. Еще две вижу, за такими нужно нырять, потому что будут они недолго. Вот. Ну что за дурная привычка все гнуть? Ну, это такое, такое равняется. Так, что еще? О-хо-хо! Но это тоже бонус. Ну, начало просто отличное. Просто пятница, в принципе. Ну, не знаю, еще они в четверг гуляют. Еще вот такая вот. Еще одна. Шейк. Это уже было. Еще одна. Так, парапет номер два. Давай, бонусец. А, блин. Ну, что делать, берем. Ну, конечно, состояние хотелось бы получше. Так, что здесь, что здесь, что здесь. Ну, одна пока. Так, вот такой черниговский можно поднять, черниговская. Черненькую. Ну, что-то не везет, конечно, все покоцанные. Что это? Ну, раз взял уже. Так, и рассказывал, да? Редкие болезни. Некоторые гнут пробки, некоторые запихивают их в щели. Ого! Блин. Ну ладно, не каждый день она поднимается. Как и фрайды предыдущие. Эту не берем, это как балласт, чтобы они глубоко не ныряли. Ну, собственно, такие находки, при том, что под одним магазином, на небольшом квадрате, я считаю бонусом. Ну, просто условно бывает, ходишь там неделю-две, попадаются только такие, а тут выходишь и за 5 минут находишь эти пробочки. Ну вот у меня часто спрашивают, какие редкие. Ну вот и редкие они, вот эти вот. Ну то есть пойти их купить в магазин можно, конечно, хоть сейчас, но я же их поднимаю для обмена, а не для коллекции. То есть условно они там стоят вот это 2 доллара, эти по доллару. Но если менять 50 на 50 и все покупать, за 50 долларов мне посылка обойдется. Я их могу купить по пару центов, а обменяться могу бесплатно, подняв. Я думаю, понятно. Находочки огонь. Вот. Еще что-то лежит. Ну, козел возьму, потому что в слепых обменах уже заканчиваются они. Ну, тоже возьму. Такое вот. Особо можно и не брать. Иду дальше. Отличное начало, я считаю. Ну, в общем, если поперло, то поперло. Еще и посылка приехала из Германии. Тут 110 пробочек должно быть. Так, что нам парапет, кроме бычков, покажет. Ого, чайка. Нормально. Там еще вон вижу одну. Достать бы. Ой, еще одну вижу. Блин, хрен достану. Еще один козел. Еще одна эта. Но это мало интересно. Вон, пробочка. Как ее достать, не знаю. В общем, то оказалось черниговская. Даже не снимал ее. Неинтересно, у меня их мешок. Ну, а здесь вот. Оп, Миллер. Так, что еще? Не берем. Стелла. Ну, возьму уже. Еще одна. Кингсбридж.
еще есть старопрамин. Такой не берем. О, Златопрага. Ну, говорю же, везет. Нормальные находки сегодня. Вот там за машиной снимал. Иду. Как всегда заглядывают. Ну фарт реально. Я-то хотел вот эту поднять, а пригнулся, увидел. Ну вот. Короче, снимаю все сегодня за один день. Чувствую, еще будут отличные находки. Ну, почаще бы такое было. Чуйка подсказывает, что нужно все поднимать. Ну, не всегда же нужно вести. Иди сюда. Как для Диммерса, ну они все такие, но это еще нормальное состояние. Бывает и хуже, с ржавчиной уже. Ну и опять отвечаю на вопрос, где искать. Ну искать нужно там, где люди пьют, а потому что я выбрал для новый маршрут. Пожарная часть. ТЭЦ, которая воду греет на весь район. Ну, понятное дело, тут шансов мало найти. Поэтому только парапеты и места, где пьют. Ну и только сворачиваешь дома, как говорится, иди сюда. Ну, хотел показать, что бывают чудеса, но, видите, такое. Ладно, еще одна попыточка. Ну, здесь, конечно, такой парапет для карликов. На парапетах, на картах сидеть. Ну да. Ну, хоть так. Попытаем счастье. Правда, здесь видно, что дворник все посметал. Давай бонус. Я уже рассказывал про эти оболони. Ну, оболонь же не только пиво варит, а еще слабоалкоголки. И вот эти вот слабоалкоголки в Киеве лично я поднимаю через каждые пару метров. У меня их уже сколько? Да, я не знаю, сколько, короче, но запаса нормально. Еще одна клумба, парапет на маршруте. Ну, две лежат, но я же вот про эти вот я оболони и рассказывал. Водка лайм. Но проверим. Да еще хуже. А это, ну, компания была. Последнее на сегодня, потому что я чувствую, счастье ушло от меня. Ну да, в общем, на сегодня все. Ну, для вас это секунда до следующего дня. Ну, ничего не валяется, интересно, что снимать всякую бред. День номер два. И первая ценная находка, достать бы еще ее. Подхожу просто к сельпо. Так, это вода и грязь. Ну, находка ценная, надеюсь. Сейчас скуплюсь и там за углом еще что-то найду. Хотя уже компашки стоят. Но сегодня воскресенье. Пожелайте мне удачи. Типа опять пальцы намокли, не выключается. Ну, в общем, воскресенье после пятницы, субботы не вариант. Для поиска, потому что, смотрите, сейчас день, и там уже бухают какие-то милфочки, плюс куча срача, ну, короче, все занято. Ничего интересного не нашел. Такое все. Да я особо и не искал, я говорю, все забито. Даже вот такая попалась. Арсенал. Не знаю, зачем я ее взял, ну, помогаю дворникам. Но зато купил в коллекцию новую, смотрите, какая. Решил такие коллекционировать. Шутка. Ну, по-любому кто-то коллекционирует. Это же они продаются и не обжатые, как пивные. Пивные сложно достать, а такие не обжатые можно купить. Кто-то коллекционирует по-любому, потому что если обвертку от туалетной бумаги люди собирают некоторые, то это тем более. Третий день, но, правда, погодка не очень. Я уже как минимум в курточке. Но понедельник, наверное, за воскресенье что-то набросали. Но не точно. Ну, собственно, вот видите, просто вы просите, где тихая охота, спрашиваете. Не всегда так просто ее и снять. Потому что, ну вот, я вчера проходил, она лежала. Ну, значит, дворник не убирал. Ну, а проба... О, есть одна. Ну, и так неплохо.
Собственно, я говорю, бывает повезет, что валяются все. И много разных интересных. А бывает вот так вот. Одну нашел, и то хорошо. Не очень легко эту снимать тихую охоту. Ну, разве что разбрасывать. Но мне это же не интересно. Ну, рога ничего такой возьму. Только пластиковая. Приятнее всего, конечно, когда вот так вот идешь, спускаешься, а она лежит. Не нужно останавливаться, не нужно лезть в траву, ковыряться. Взял себе и пошел. Ну, конечно, это шейк, но я же рассказывал, их уже нет на бутылках. Это последнее, скоро закончится. Когда-то да пригодится. Дождь пошел, камера опять не выключается. Ну, проверим заодно эту штуку, значит. Здесь тоже питейное место. Ну, видите, то, что я говорю, вообще ничего. Одни бычки. Бывает. Четвертый день. На улице все холоднее уже, и не в курточке, то есть не в ветровке. Ну и пробочек все меньше. Ну, поднял уже, возьму. В траве еле заметил, но это поинтереснее, чем предыдущая. Чайка. Это точно улетит в Европу. Наконец-то на клумбах возле сельпо пусто. Иногда здесь нахожу бонусы. Ну, там кабаны какие-то или хухарден, да что ж такое. Но я же рассказывал, что этих оболоней на каждом шагу. Так, ну давай. Подкинь какой-то бонусец. О, считаю, очень даже неплохо. Скоро закончится. Уже 100 раз говорил об этом. Так, вон еще что-то. А, это водка. Так, ну, я же говорю, не всегда бонусы. Тут можно долго искать и ничего не найти, поэтому если что-то найду, покажу. Ну, в общем, улов вообще не очень. Заберу рогань, заберу арсенал. Остальное оставляем дворников, такого добра хватает везде. Иногда на этом парапете тоже бонусы лежат. В общем, думаю, 4 дня и хватит. Хотел снимать целую неделю, ну, то есть 7 дней поиском. Но вы же видите, погода стала хуже, осень. Когда на улице плюс 5, плюс 7, и дождь моросит, не сильно посидишь на парапетах. За один день можно набрать, как вы видели, за первый день очень много интересных. Ну, а потом по одной за день. Собственно, на этом все. Поддержим лайком. Ну, и буду снимать что-то интересное дальше, когда... Обещают еще бабье лето, может потеплеет, будет плюс 15, плюс 20, и опять выйдут люди на улицу пить и подбрасывать мне бонусы. Всем спасибо, всем пока.